Дать отпор наркорекламе призывают волонтеры Международной антинаркотической ассоциации под лозунгом «Намалюй життя». В следующий понедельник в Парке Победы организация с общественными активистами поддержит всеукраинскую акцию. Сбор в 11 часов дня. Во всех районах города планируют закрасить толстым слоем краски как можно больше настенных надписей со ссылками на телеграм-каналы и номерами телефонов, где можно достать психотропные вещества. Присоединиться к борьбе с наркорекламой приглашают всех неравнодушных одесситов. Цель акции – объединить усилия в борьбе с наркотической рекламой. Все просто. Если не мы, то кто? Берем с собой баллончик краски и приходим. Там уже на локации мы рассказываем, куда дальше продвигаемся и красим надписи. Кто не может прийти в Парк Победы, то есть просто мы подразумеваем, что 22 числа это акция, то есть есть разрешение на проведение акции. Люди могут выходить и красить у себя поместно наркотическую рекламу. Это не будет считаться актом вандализма какого-то.